течение нескольких дней из разных уголков Ленинского округа и всей Московской области в помещение, где располагается Ленинское отделение общества инвалидов, доставляли различный груз. Эта благотворительная акция была организована по решению председателя Московской областной организации Николая Ивановича Зеликова. И нам оказана большая честь организовать этот сбор помощи и доставить по месту назначения. Белгородская область, село Ровеньки. На следующий день началась загрузка. Гуманитарную помощь местные жители продолжали приносить практически до самого отъезда машин. Лекарства, влажные салфетки. Откуда узнали о сборе? В школьном чате у нас было опубликовано объявление. И решили принять участие? Да, конечно. Помимо различных отделений Московского областного общества инвалидов и рядовых граждан, в акции приняли участие общественные организации и представители бизнес-сообщества. Мы просто-напросто накупили все, что решили необходимым, что это обязательно пригодится. Поэтому думаю, что вот так. Поэтому мы не первый раз помогаем. Я считаю, что это наша святая обязанность. Не только необходимые вещи повезут волонтеры, будут и подарки, способные поднять настроение и боевой дух участников спецоперации на Украине. Это сделал детский сад «Ласточка». Вот такую газету они назвали, сделали. Этой же цели служат и письма, которые написали солдатам воспитанники детских садов Ленинского городского округа. Возвращайся скорей домой. Гуманитарный груз до самого пункта назначения в Белгородской области будут сопровождать волонтеры Ленинского округа. Мы едем в Ровеньки. В Ровеньках есть общество инвалидов. Коллега Наталья Алексеевна уже нас ждет. Администрация местная тоже нас ждет. Нас будут встречать. Мы попадем и в госпиталь, мы попадем в диспансер, к врачам, к медикам. То есть мы везем подарки и помощь всем, помимо солдат, еще тем, кто к нам обратился. Инициатор акции, председатель Московского областного общества инвалидов Николай Зеликов, лично курировал отправку груза. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.